Надо читать задание, Дим. Там муравьишке надо помочь. Смотри, вот муравьишка, видишь? Вот надо помочь. Видишь? Стрелочки. Вот стрелочка, видишь? В ту сторону. Значит, надо в ту сторону. Веди пальчиком вот так. Веди давай. Не занимаешься, не хочешь, да? А тут другой. Ах, тут надо от одного муравьишки до другого дойти, это да? Смайлиска. Смотри, ты иди от этого муравья давай, а я от этого. Может, ему творог смотри. Нельзя козить давать? Ну, можно, почему? Можно, мы иди, наверное. Ну да, можно попробовать чуть-чуть. Мы его наполник дадим. Чуть-чуть можно. Смотри, смотри, Дима. Дима. Пук, и приходим. Домик. Муравейник это. Смотри, какой у них домик, видишь? Вход, вот тут окошки, смотри, какие окошки. Да? Давай следующую. Давай, подожди. Это что ли? Вот, а вот тут мы не были с тобой. Тут еще нету наклейки. Здесь кто такой, смотри. Кто там? Кто это? Верблюд. Видишь, у него два горба. Верблюд. Верблюд. Повтори. Повтори, Дим. Верблюд, да? Смотри, они идут как. О, тут какой-то. Так, вот так, сюда. А, и пришли. Они пить хотят. По пустыне идут. Видишь, пустыня. Солнышко тут какое, видишь? Пустыня. Кактусы. А, цветочек, смотри, на кактусе цветочек. Да? Цветочек на кактусе есть, да? Смотри. Ты сам будешь заниматься, да, Дим? Перегрел опять. Ты самый умный такой. Будешь сам собой заниматься, да? Ну, давай сам. А там кто, смотри? Там Мишка. Мишка. А тут смотри, это что такое? Тут такие. Смотри, что такое? Красненькое. Ягодки, да? Кушаю я мороженка сегодня на свой день рождения. Такой вот. У нее отдельный будет обзор на природе у нас с вами. Вот, сижу я вот тут вот. Мой лазмак лежит. Кстати, очень-очень классный. Биван оригинальный. Очень качественный. Мне очень-очень понравился. Кстати, надувается он очень легко. Я его надул вообще там буквально за несколько минут. Даже не 5 минут, даже меньше. Раз-раз и все. Вот. Вчера на нем не лежала, сегодня вот полежала. Довольно большой получается. Чуть-чуть есть ветерок. Прям очень легко надуло. Классно. Очень довольна покупкой. Кстати, сомневалась 2 недели. Думала, покупать, не покупать. В итоге купила не зря. Слава богу. Вот. И мороженку ем, наслаждаюсь. Ням-ням-ням-ням. Розочка, смотрите, какая. Прям как махровая такая. Беленькая, не, даже нет, розовая, кремовая, кремовая. Красивая какая. А что сказать надо? А что Дим сказать надо? Вам на здоровье. Красивые такие розочки. Тут, смотрите, фундук растет. Он, кстати, даже зреет, его есть можно. Хотя растет в Самаре. Какой он огромный вымахал. Большой какой. Там божьи коровки бегают. Бегают божьи коровки сейчас. Красивый. А здесь у нас роза. Раньше была нашей. Красивая какая, смотрите.
На нее можно часами любоваться. Шашлычки сегодня у нас будут. Вот он, мангал. С Димой быть некому. Я сижу. Дима хулиганит, да? Диме показали лазмак. И он его теперь таскает по всему газону. Теперь страшно, что порвет. Подушка, подушку она ее называет. Не трогай его! Не трогай. Такой прям ярко-оранжевый у меня. Ну, уже попачкался, конечно, грязный. Но... Его все пытались, бросали прям в эту подушку. Кидали. Чтоб он полежал. Сейчас упадешь с пенька, аккуратно. Вон там дядя. Не трогай ты ее, господи. Он какой сад красивый. Сегодня так и не удалось мне поваляться спокойно. Отдохнуть в свой день рождения. Все. Только вытащила. Радости сколько. Я его сейчас уберу, Дим, если ты будешь так себя вести. Дима. Чем Дима занимается на даче? Пилит. Да, Дима? Дима пилит у нас на даче. Почти в 3 года, да? Да, там жук. Дима вынимает жука. Оп, поймала. Теперь что? Ну сюда, показывай мне на камеру. Я сюда ищу. Ты его теперь полечил, да? И ты его так полечил, все, да? Все, нет. Больше там нет никого? Там, мне кажется, еще кто-то ползает. Один. Опа. Ага, еще один. Что ты там делаешь? Ты покажи мне, что ты делаешь-то. Я один. Мне на камеру покажи, что ты делаешь-то с ним там такое. Что он тебя выздоравливает и улетает. Еще жук. Ага, отворачивается, что-то лечит его там как-то. Лазмак классный. Я еще жук. Лежишь, как на двух булочках. А если захочешь, можно еще и провалиться. Шашлычки. Были очень такие тактичные. Тактичные? Мультики смотрит. С лучком. Какой аромат, чувствуете? Шашлычками пахнет. Ароматные какие. Ням-ням. Сладенькие, ароматненькие такие. Ням-ням-ням. Наверное, влог получится длинный. Солнышко уже в сад не попадает почти. Сидишь там?